Сегодня, 21 апреля, по стране отмечается День местного самоуправления в России. Ему в этом году исполняется ровно 10 лет. В преддверии юбилея в ДК «КамАЗ» прошел семинар для старших по домам, председателей советов многоквартирных домов и ТОС. Такие встречи, помогающие решать насущные проблемы, администрация Автозаводского района устраивает ежемесячно. В этот раз основной темой общения стали вопросы завершения отопительного сезона. В частности, из-за установившейся в городе теплой погоды, многие челнинцы требуют уже сегодня отключить батареи. И душно, и переплачивать за тепло не хочется. Вопрос это очень сложный. Как мы обсуждали на совещаниях в исполнительном комитете, это связано в целом с системой отопления в городе. Если отключение тепла в жилых домах не препятствует нарушению тепла в бюджетных учреждениях, больницах, детских садиках, школах, и это возможно и спокойно обсудить, здесь должны принять решение старшие по домам, советы многоквартирных домов, ТОСы.